Силами транспортной полиции осуществлено сопровождение более 2000 поездов дальнего следования и пригородного сообщения. Всего за прошедший год проведено 98 оперативно-профилактических и 583 рейдовых мероприятия. За 12 месяцев не допущено тяжких преступлений, групповых нарушений общественного порядка, а также преступлений экстремистской и террористической направленности. В целом, по сравнению с прошлым годом, количество правонарушений в зоне оперативного обслуживания Сочинского линейного управления снизилось.